Я ненавижу, когда я играю, а люди снимают меня. Они стоят со своими телефонами, все выступление. Операторы, блин, они даже не танцуют. И я, в общем, этого терпеть не могу. Ну нахрена вы здесь? Это же танцпол. Иногда во время выступления я просил охрану выкинуть таких нафиг. Да это меня самого вышибает. В общем, мне не очень нравится, когда люди смотрят на меня через свои телефоны. А не нравится через телефон или через камеру? Да не, ну фоткаться это нормально в конце моего выступления. Ведь я диджей, я не знаю, когда люди фоткают меня. И я не могу этого увидеть. Зато я вижу, как люди тупо стоят вот так, все время. В общем, это меня бесит. Я всего лишь хочу танцев. А в Европе как с этим дела обстоят? Да так же. Везде. По всему миру одинаково. А вот китайцы еще хуже. Они смотрят все выступление через телефон. Весь сет? Да. Все танцуют со своими телефонами. Сумасшедшие. Танцы с телефонами. А бывал ли ты в клубах, которые не поддерживают съемку фото и видео на телефоны? А, не совсем. А вообще, когда я бываю в клубе, на псай-транс-вечеринках или на техно-вечеринках, вообще там это не очень популярно. Все выглядит как большое событие, большое шоу. И обычно там люди не снимают, потому что перед тобой все так офигительно. Они относятся к этому с пониманием и не снимают все время. А так я обычно вижу, что клубы не особо парятся об этом. А как ты относишься к тому, что все, что случилось в клубе, остается в клубе? Да, это круто. Бойцовский клуб. А после выступления снаружи я рад фоткаться, но на сцене. Понимаешь, ты часто играешь много эксклюзивных треков, и когда мероприятие кончилось, люди, которые снимали, выкладывают это в сеть. О, и люди такие: о, это новый трек, такого-то, такого-то, звук был неплохой. Чувак, ну звук же с телефона, да и сам трек еще не выпущен. А вот оно, противоречие. Ведь диджей старается представить новые вещи людям, а на вечеринке. Так оставляйте все там же.